Дерзкая кража произошла в гаражном кооперативе на улице Балашовской еще 7 мая. Злоумышленники сняли с петель ворота гаража. Хозяин обнаружил пропажу 12 числа. Блюстители закона изучили место преступления, обнаружили следы обуви воров, опросили потерпевшего и владельцев соседних гаражей. В ходе проведения совместных следственно-оперативных мероприятий лица, совершившие данное преступление, были установлены. Ими оказались жители Тамбовского района 1993 и 1996 года рождения. В ходе проведения дальнейших следственных действий похищенное было изъято. Преступники хотели распилить украденное и сдать в пункт приема металлолома. В их отношении возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее у мужчин уже были проблемы с законом. В настоящий момент полиция проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям в Тамбове и Тамбовском районе.